Всем привет, друзья, с вами Джокер. Ну что, ребят, сейчас будет первый тест у нас с обороны на Красном Драконе. Послезавтра, скорее всего, проведем на Орле, чтобы навыки у ребят были по максимуму. Посмотрим, что нас ждет. Я перешел в другой альянс. Без подкреплений буду стоять. И я перестроился в ветку луков, ребят. Перешел на лучника. Посмотрим, как это себя покажет. Ну и попытаемся нормально отыграть. Пожелайте мне удачи, будет мне бить Грег. Ну, наш альянс СФ. Посмотрим, что вообще будет. Решил я испытать свое счастье с лучниками сегодня. Все, друзья, повесили на меня ралли. Собираются ребята с навыками синего дракона. Проверим еще раз палатки, что у меня по палаткам. Ребята волнуются, что на меня нападает. Подкрепление. Вернул я. Обещал, что будет один креп только от Райни. Четыре восемьсот. Так, вроде больше сбор у него. Все навыки прожал, надеюсь. И не забывайте, что я, ребят, изменил ветку на лучников, поставил. Четыре восемьсот. Так, что-то потерялся где-то отчет. Четыреста двадцать семь. Силы у меня, где отчет? Не вижу ничего. Такой результат, но, блин, у ребят сбор не полный был. Сильнее могли ударить. Я здесь чисто, ребят, на лучниках отражался. Первый раз я это сделал. Урон при обороне. 255, снижение 226. Надо посмотреть, как мои войска отработали. Листаем вниз сразу же. Вроде мягко зашли. Я думал, сильнее будет. При том, что лучники у меня, кстати, слабо замолены. Мне самое интересно, как они будут убивать. Так, вот я отражающий. Напоминаю, я сегодня сделал 25 миллионов, ребят, армии. Мелочи всякой. Вот видите, Т1 войска. Т2, Т3, Т4. Короче, подушку сделал вообще из всех видов войск для себя. Меня больше всего интересуют лучники, что они вообще смогли показать. Пехота вся накидывает понемногу.
Грифоны тоже хорошо себя показывают. Кстати, мало они убили так-то. На все виды войск распространился урон. Т-11 кони хорошо себя показали вообще. Ну и вот пошла сыпаться армия, начиная с коней, с лучников. Т-12 кони я, кстати, вывел. А они нормально убили. Ну и вот лучники, хотя и ветки лучников был, луки повалились, ребят. Посыпались вообще все. Т-12 живут и накидывают даже. Т-3, все остальные луки вообще ничего не сделали. Арбалет Т-11. Ну так, короче. Ну и телега вся, смотрите, понемногу накидала. Т-11 телега нормально. Ну и подкрепление Райни, как всегда. Красиво накидывает вообще. Джао Юнь, Красный Дракон. Все дела. Так, а что-то ребятам показать? И сейчас посмотрим, что по лечению мне вышла эта атака вообще. Насколько я стрел. Так, это, ребят, без скидок, без всего у нас вышло такое количество. Сейчас мы перестроимся в лечение. Сменим ветку и поставим темного дракона на стену. Не знаю, возможно, в кавалерии было бы еще лучше принять, или я правильно сделал, что в лучниках. Вот такой результат. 4000 очищенного железа. Подушка съела весь урон, друзья, вообще. Подушка просто съела весь урон. Напоминаю, я ей сделал 25 лямов сегодня. Вот как-то так. Вернулся обратно в кавалерию. Так, еще раз надо посмотреть, что там по процентам у меня было. Вон, пехоты 79, снижение 72, нормально. Кавалерия 541 здоровья, урон наносимый 67, это ветки лучников был. Смотрим луки. 1266, урон 92, здоровье лучников 507. Даже есть базовая защита стрелков. Уменьшить урон от лучников. 1%. И телега. Здоровье 492. Ну, в целом, ребят, думаю, нормально принял. Да, пожестче могли, конечно, они заехать. Было бы их больше ралли на КВК. Ну и на КВК у меня проценты, естественно, тоже повыше будут. И не забывайте, что было всего одно подкрепление. Подкрепление тоже не слабо так убило. Поэтому думаю, что даже если по 1 стоял, ну, максимум 1 040 000 потеряю, скорее всего. И то все подушка. Ну и дальше будет у нас на Орле тест. Навыки я переставлю на него. Кстати, я на Красного Дракона навыки впихнул сегодня утром. Другие поставил на него. Всеобщую атаку и здоровье кавалерии. Снял я их с синего дракона со своего, потому что у меня атакующий. Вот так. Тихо, ребят, говорю, горло у меня еще болит пока что. Но уже поправляюсь. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому было интересно. Ну, дизлайки, кому не понравилось. С вами был Джокер. Всем удачи!